мальчишки, девчонки, не жалейте свои уши, включите магнитофоны на полную громкость. Сегодня у вас в гостях ребята продюсерского центра Андрея Горбунова «Телешанс». Продюсерский центр Андрея Горбунова «Телешанс» — это ваши мечты, это исполнение ваших желаний. Если вы хотите петь, но не знаете, с чего начать, мечтаете о карьере поп-звезды, но нет уверенности в своих силах, продюсерский центр Андрея Горбунова «Телешанс» ждет вас. Слушайте наш магнитоальбом, в нем любовь к вам, которая с этими песнями войдет в каждый дом, на каждую дискотеку страны в 94-м году. И вернется волной телеграм на Черноморское побережье Краснодарского края. Слушайте наши песни и записывайте адрес, по которому мы всегда ждем вас. Адрес, по которому вы можете дать телеграмму и приехать к нам на прослушивание, и даже просто в гости. Ждет пансионат продюсерского центра Андрея Горбунова «Телешанс» на Черном море. Краснодарский край, Туапсинский район, Джубга. Продюсерский центр Андрея Горбунова «Телешанс». Андрея Горбунова «Телешанс». Снова осень за окном кружит жёлтый.
желтою листвой. Снова дождь идет с утра, мне стучит по крыше он, и холодный ветер злой обрывает провода. Захотелось мне сейчас вновь вернуться в лето, вновь вернуться в лето. Очень захотелось мне снова встретиться с тобой и увидеть наяву нежный, милый облик твой. Попрошу я память вновь написать твои черты, чтоб увидеть хоть во сне карие глаза твои. Нарисуй мне летний день, день, которым ты и я, когда все вокруг цвело и в душе любовь жила. Помню, как с тобой кружил в вальсе в парке городском. Были счастливы с тобой в этих днях лишь мы вдвоем, и казалось, что никто нас не сможет разлучить. Предательство твое я не смог тебе простить, я не смог простить. Попрошу я память вновь написать твои черты, чтоб увидеть хоть во сне карие глаза твои. Нарисуй мне летний день, день, которым ты и я, когда все вокруг цвело и в душе любовь жила. Попрошу я память вновь написать твои черты, чтоб увидеть хоть во сне карие глаза твои. Нарисуй мне летний день, день, которым ты и я, когда все вокруг цвело и в душе любовь жила. Попрошу я память вновь написать твои черты, чтоб увидеть хоть во сне карие глаза твои. Нарисуй мне летний день, день, которым ты и я, когда все вокруг цвело и в душе любовь жила. Ваших телеграм по адресу Крым, город Судак, улица Ленина, 89, дом отдыха Судак. Украинское отделение продюсерского центра «Телешанс» Сергею Тихомирову. Мой мир и света, и тепла, когда как ночь в него спустилась ты, и спустились лунные цветы. Но знают все, что день сменяет ночь, цветы луны угасла только ты. Ты поймешь.
Уже не хочешь видеть. Здравствуй, и скажи скорее, ну чем я мог тебя обидеть. Здравствуй, вышел час разлуки, больше нет печали. Здравствуй, я к тебе вернулся не таким, как был в начале. Здравствуй, я вернулся. Помнишь те минуты наших встреч, что были под луной? Помнишь, ты сказала мне, что хочешь быть всегда со мною, помнишь? Ты сказала, что не знала в жизни больше счастья, помнишь? Ты не верила, что мы сумеем вдруг расстаться, помнишь? Это было. Сколько ждали мы, когда наступит встреча час, и, может, спросим, как с тобой мы наши судьбы сложим. Сколько дней промчалось безвозвратно, унося мгновенья. Сколько раз, нечаянно обидев, от тебя я ждал прощения. Сколько ты прощала. Больше сил вот так держаться, знаешь, как мне хочется сейчас к твоим губам прижаться, знаешь, сколько я прожил один ночей в жару и стужу, знаешь, сколько раз я был во сне твоей рукой разбужен, знаешь, так случалось. Здравствуй, ты, наверное, меня уже не хочешь видеть. Здравствуй, и скажи скорее, ну чем я мог тебя обидеть. Здравствуй, что ж ты мне опять плечо слезами мочишь. Здравствуй, неужели улыбнуться мне совсем не хочешь. Плачешь и смеешься, плачешь и смеешься, плачешь и смеешься. Я всю ночь почти не спал, я всю...
Попробовать свои силы в телевизионном фестивале «Телешанс» ждет пансионат продюсерского центра Андрея Горбунова. «Телешанс» на Черном море. Краснодарский край, Токсинский район, Джубга. Продюсерский центр Андрея Горбунова. «Телешанс». Да, завтра, махнул мне рукой. И завтра мы встретимся с тобой. Я улечу с тобой, ты только позови.
Если в вашей жизни музыка это все, мы ждем ваших телеграм по адресу Крым, город Судак, улица Ленина, 89, дом отдыха Судак. Украинское отделение продюсерского центра Телешанс Сергею Тихомирову.
напрасно ждать в твоих глазах весны и лета. Я ухожу, прости, в твоих словах, в твоих глазах мне не найти уж никогда ответа. В зеленых глазах
трофея в слезах. Но плачет девчонка, ждет слова. Ты моя фея, ты мне нужна. Плачет девчонка, ждет слова. Ты моя фея. Плачет девчонка, ждет слова. Ты моя фея, ты мне нужна. Плачет девчонка, ждет слова.
главном фестивале «Телешанс» ждет пансионат правительского центра Андрея Горбунова «Телешанс» на Черном море. Краснодарский край, Туапсинский район, Джубга. Продюсерский центр Андрея Горбунова «Телешанс». Пусть дождь осенний смоет все, что было с нами, и грусть мою пусть унесет далеко с ветрами. Вечернюю луной с неба звезды достать.
дышу.